19 апреля 2019 год, Харьков. И, конечно, самый красивый вид с балкона у меня именно в апреле. Конкурировать может, пожалуй, только осенний вид, когда желтеет листва и вся эта красотища начинает играть всеми цветами радуги. Уже яркая зелень появилась, сочная, не выцвевшая, не выгоревшая под летним солнцем. Ты посмотри, как рясно это все цветет. Два года назад, в 17 году, аккурат 19 апреля, на всю эту красоту вывалило сантиметров 10 мокрого снега. И 20 числа было с утречка минус 6. Что крайне благоприятно сказалось на урожай абрикос, на удивление. Во время урожая дворники просто метлами сгребали, сметали абрикосы с тротуаров. В общем, красотища, что тут говорить. Я уж про запах не говорю.